Всем привет, с вами Максим, и это канал «Хороший выбор». В этом выпуске посмотрим на клавиатуру Asus Strix Tactic Pro. Полностью механическая клавиатура с подсветкой, с кучей макроклавиш, но давайте обо всем по порядку. Во-первых, это настоящая полноценная механическая клавиатура с черевскими свечами. Продается она с любыми вариантами черевских свечей, то есть Black, Brown, Red и Blue. Соответственно, и стоит это удовольствие довольно недешево, в районе $150-170 или около 10 тысяч рублей на сегодняшний день. Актуальную ссылку на актуальную цену я оставлю, как обычно, в описании. И предвещаю комментарий, что лучше эти деньги добавить на видеокарту, монитор, кулер, ну, жесткий диск, космический аппарат, на все что угодно. Такие вещи берут не вместо чего-то, а когда уже все есть. Эта штука предназначена не для тех, кто пытается очень сильно сэкономить, а для тех, у кого есть бюджет на дополнительные фишки, на дополнительный уровень комфорта и просто кому не безразлично, как выглядит его девайсы. Давайте посмотрим, что нам предлагает клавиатура ценой в очень неплохую такую бушную видеокарточку. Во-первых, внешний вид. Она, очевидно, выделяется среди своих прямоугольных собратьев, сделана из очень прочного, из очень толстого пластика и имеет металлическую основу какую-то внутри, судя по всему, потому что клавиатура довольно увесистая. На днище есть резиновые площадки, чтобы клавиатура не скользила по столу, и также две ножки, чтобы несколько изменить ее угол наклона. При этом, несмотря на то, что у клавиатуры сам по себе корпус довольно высокий, или можно сказать, что у нее широкие борта, при этом никаких USB-разъемов на ней нет. Хотя они здесь прекрасно могли бы уместиться, и, на мой взгляд, это было бы довольно удобно подключать, скажем, свою гарнитуру, мышку и, может быть, какую-то флешку периодически напрямую в клавиатуру, чем каждый раз тянуться куда-то под стол в корпус. Но это на мой вкус, наверняка многие не согласятся. Тем не менее, продолжаем дальнейший осмотр. У клавиатуры есть мультимедийные клавиши, это ролик для управления громкостью, play-пауза и переход между треками. Но это, естественно, не главная фишка клавиатуры. А главных фишек тут, собственно, две. Первое — это механические переключатели от Cherry с подсветкой, причем подсветка здесь только одного цвета, к сожалению. То есть это не RGB клавиатура, подсветка здесь только оранжевая, и вы можете настроить три уровня яркости этой подсветки, либо включить эффект дыхания. При этом делается это очень неочевидным образом, вам нужно зажать клавишу Function, и настройки осуществляются, какими бы вы думали, кнопками. Это 8.2 на нампаде. На мой взгляд, догадаться самому об этом очень непросто, и нужно лезть либо в интернет, либо в инструкцию, либо посмотреть это видео. Сами обозначения на кнопках ничего из себя не представляют, потому что это просто какой-то полукруг с полукольцом, и это обозначение одинаково как на восьмерке, так и на двойке. То есть, если бы они хотя бы, ну, на одном было два полукольца, на другом там три или одно, ну, было бы понятно, что что-то эта кнопка прибавляет, что-то убавляет. А так их даже визуально найти сразу не получается. Ну и вторая главная фишка этой клавиатуры — это целая 21 клавиша, выделенная под макросы. 21 клавиша плюс клавиатура в памяти может хранить до 3 профилей, то есть вы можете хранить здесь 63 макроса на одной клавиатуре. Слабо представляю, зачем это нужно, но, к счастью, в отличие от сервера, здесь есть софт, через который вы можете управлять, собственно, настройками, и сами макросы гораздо удобнее через софт записывать. Плюс драйвер вам позволяет хранить неограниченное количество профилей, поэтому если вы установите его на компьютер, вы не будете ограничены внутренней памятью клавиатуры. С другой стороны, если вы ее куда-то с собой унесете, на турнир, на соревнования, к друзьям, просто к другому компу подключите, то три профиля сохранятся здесь внутри, хотя, наверное, 99% покупателей этой клавиатуры хватит и одного. Но давайте взглянем на софт. Мне он понравился, все очень интуитивно, очень понятно, легко разобраться. Единственное, логотип странный, на мой взгляд, потому что вместо привычного совиного взгляда и надписи Strix, там красуется несколько порезов от когтей, что больше напоминает продукцию Mad Catz. Что касается настройки макроклавиш, здесь опций гораздо больше, чем в том же Cerberе. Во-первых, вы также можете повесить целиком фразу на одну кнопку, можете повесить последовательность прожатий каких-нибудь там заклинаний или обилок в том же Warcraft или Dota. Причем вы также вручную можете настроить интервал нажатий с точностью до 1/1000 доли секунды. Помимо этого, вы можете назначить повтор этих прожатий, то есть единовременно нажали макроклавишу, у вас там 3-4 клавиши сработало. Либо же эти 3-4 клавиши будут циклично прожиматься, пока вы клавишу макроса держите. Либо они также должны циклически повторяться, пока вы второй раз не нажмете клавишу макроса. В общем, это вы сами выбираете. Также вы можете назначить на нажатие любой макроклавиши запуск абсолютно любого приложения, то есть абсолютно любой программы, то есть абсолютно любого экзешника или файла с экзе разрешением. То есть это может быть абсолютно все, что угодно, путь к файлу вы указываете сами. И также на любую макроклавишу можно повесить запуск абсолютно любой интернет-страницы. Как видите, все это довольно удобно организовано, и этой функциональностью можно пользоваться не только в играх. Единственное, что, наверное, расположение макроклавиш с первого взгляда не совсем очевидно, то есть вы сначала видите вот этот блок, и здесь всего 10, где же все остальные прячутся.
Остальные спрятаны, во-первых, в ряд вот этих F-клавиш. Чтобы F-клавиши функционировали только как макроклавиши, вам нужно прожать комбинацию function F11. И, собственно, все. F1 больше не будет вызывать подсказку, а F5 обновлять страницу. Но зато на них вы можете назначить абсолютно любой макрос или абсолютно любое необходимое действие. Да, также макроклавиши могут дублировать действия клавиш мышки или любой другой клавиши на клавиатуре. Ну и еще три макроклавиши спрятаны под пробелом. Они немного отнесены от центра в правую сторону, так что случайно вы на них не нажмете вместо того же пробела. Зато при необходимости до них очень легко дотянуться. И как мне кажется, это довольно удачное размещение для каких-то экстренных сообщений или опять-таки прожатий. Единственное, о чем осталось упомянуть, это то, что вы можете программировать здесь макросы и без драйверов, то есть просто комбинациями клавиш начать запись макросов, настучать необходимую комбинацию, сохранить макрос. Но поверьте, лучше через драйвер, это гораздо удобнее, быстрее, проще, нагляднее, плюс вы можете подредактировать тайминги нажатий. А, еще в комплекте идут 4 вот таких вот оранжевых непрозрачных клавиш, или как оно, по-английски оно K-Cup называется, как это адекватно на русский перевести, я не знаю. И ими вы, естественно, можете заменить любые клавиши на клавиатуре, те же стрелки, VASD-блок или какие-то наиболее часто используемые макросы, или Escape с контролом, в общем, что вам вздумается. Теперь выводы. Плюсы-минусы. Плюсы. На мой взгляд, внешний вид. Субъективно, но мне клавиатура нравится. Безусловно, качественная механика. В данном случае стоит Cherry Black, немного туговато, на мой взгляд, то есть непривычно, я больше привык к Red или к Brown, но клавиатура продается со всеми видами Cherry переключателей, так что можете выбрать под себя. Качество сборки. Клавиатура не скрипит, не люфтит, не прогибается, так что относим это к плюсам. Ну и макроклавиши плюс удобный софт для управления. Минусы. Опять-таки, расположение макроклавиш, к нему нужно привыкнуть. Первые несколько часов или несколько дней вот этот вот блок дезориентирует, клавиатура из-за него кажется непривычно длинным, и можно случайно вот сюда тянуться к левому нижнему углу в поисках контрола, но лично я к расположению привык довольно быстро. Во-вторых, подсветка. Она не RGB, только одного цвета, плюс русские буквы подсвечены довольно слабо. Третий минус — это неочевидные функции управления без драйверов, то есть вам нужно обязательно заглянуть в инструкцию, чтобы понять, как настроить яркость подсветки, как начать запись макросов, как ее закончить, и вот это вот все. Поэтому лучше пользуйтесь драйверами. Ну и последний минус, он самый условный — это цена. Да, многие скажут, что это дорого, за клавиатуру такие деньги отдавать страшно, лучше купить видеокарту, но я думаю, мы с этим разобрались в самом начале. Такие вещи покупаются уже, когда все есть, и просто для какого-то эстетического наслаждения или для повышенного уровня комфорта. В целом, мне клавиатура понравилась. Есть ли на рынке клавиатур более дешевые аналоги с похожей функциональностью? Безусловно, есть. Есть ли аналоги с большей функциональностью или с большей ценой? Тоже есть. Но понравятся ли они вам так же, как эта клавиатура, зависит только от вас. Поэтому тут вывод тоже будет очень субъективный. Мне клавиатура понравилась, я на этом буду заканчивать. Спасибо огромное за внимание, надеюсь, что вам было интересно, может быть полезно. Если так, то подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям, заглядывайте в описание. Там есть ссылка на актуальные цены на эту клавиатуру, на нашу группу ВКонтакте, на Инстаграм со спойлерами. Загляните, посмотрите, что там происходит. Если понравится, тоже подписывайтесь, вступайте, и увидимся с вами уже в новых выпусках. Пока!